Илюша, хорошо начал. Я здесь. Вот здесь, вот здесь. Видишь? Привет, мой дорогой. Это же я, Вя! Шматя! Колгашарова! Мы с тобой по интернету переписывались. Что, все забыл? Ты обещал со мной покататься. Илюша, я еле успел. Я же местный, я с Хабары. Я же местный, я с пятой площадки. Сейчас иду. Опа! Попался! А что ты мне не звонишь, а, лысенький мой? Ах да, я у тебя мобильник свой забыл. Верни, понял? Скажу своему бойфренду Васильку, он тебе уши бантиком свяжет. Мужчина, помоги. А вот мой бойфренд Василек. Давай, сейчас. Господи. Василек, можно как-нибудь поаккуратнее? Вот. Василь, я буду падать, а ты сними эти чехлы. Боже мой. Илюша, я сейчас. Господи, как тут у вас скользко. Отпусти. Вот, вот, мой хороший. Давай, допусти ногу. Опа. Опа. Илюш, ты не волнуйся, я кататься-то умею. Я у Навки учился. По интернету, господи. Как тормозить-то? Ой. Боже мой. Как живой. Как вот наклассник. Только у тебя там это, на аватаре волос побольше. А чё, все волосы привезти не смог? Ну ладно. Чё приехало, то приехало. Слушай, может ты к нам переедешь на пятую площадку, а? Вы какая-то очень ветреная женщина. То Василёк, то еще кто-то с мобильным. Он в прошлом, забудь про него. А элитная квартира-то у вас там? У нас? Да у нас там элитный район. Конечно, поселим в лучшем виде. В конце концов, Василя я выселяю, а ты приезжай. А руку-то где сломала? Это он, гад такой. Как узнал, что я с тобой кататься буду, ручку мне надломил. Илюш, я думаю, тебе стоит согласиться и прокатиться на этом создании. Как зовут-то еще раз? Да она самодостаточная. Ну что ж, может, ты с ней прокатишься? Нет, не надо. Мне кажется, она причем какая-то такая шварная бара там. Скажи, она не выдохнется? Иди, иди, иди. Нет уж, Илюш, вызвали тебя. Я не хочу. Иди. Ну, с Богом.